Всем привет, дорогие подписчики. Заказала себе телевизор в полу, я уже говорил вам. Пришла вся моя канитель, буду сейчас ставить, сниму на видео, может быть, кому-то пригодится. Так, пришло вот в такой коробке, то есть это маленькая коробка была еще в другой, в большой коробке. Но я дома все разобрал, проверял, потому что, чтобы все было на месте. В общем, вот такой аппарат. Он не оригинальный, но сделан, на мой взгляд, по крайней мере, сейчас отлично. Все, ну, короче, кнопки, все качество, как нажимается, чувствуется, что, короче, хорошая штука. Судя по этому, по описи, короче, с Тайвани эта фигня, да? Прошивают полностью все в Германии, проверяют качество туда-сюда, дорабатывают, паспорт делают немецкий, как там я читал, и продают уже на немецкий рынок. То есть у него все подключения, все уже идет как Volkswagen. Эти вытащил, другие воткнул. Единственное, эти, ну там, если что-то сверху вешать, камеры там туда-сюда, надо чуть помучиться. То есть вот сам аппарат. Это низ, это верх. В нем навигацион, радио, Bluetooth, короче, все есть, да, проигрывает все форматы, видео туда-сюда, дефолт DVD, естественно, заднюю камеру поддерживает, автоматом переключает туда-сюда. Что еще в нем есть? Телефон, то есть этот, ну, чтобы разговаривать, я не знаю, как по-русски называется. Что еще есть? Ну, навигацион самое главное, то, что мне, в принципе, надо. Мне, в принципе, для этой машины, чтобы, если в следующий раз ее продавать, то есть я выставлю, уже стоит навигацион, задняя камера, машина сразу цену поднимает. Стоит эта фигня 186 евро. Есть подороже, с интернетом уже, карточку, сим-карта, интернет, вся фигня чуть-чуть. Ну, я думаю, мне это не нужно, поэтому я взял такое чуть подешевле. С интернетом уже стоит, по-моему, за 230 можно взять, что-то такое, я не знаю. Но это надо опять заморачиваться. Интернет для этого. Если бы я на этой машине постоянно ездил, тогда бы я... Если, кстати, если этот аппарат хороший, то я следующий поло, когда брать буду, я обязательно следующий тоже поло, скорее всего, возьму. Обязательно, ну как, хочу взять. Хочу белый, четырехдверный. То я тоже такой поставлю, если он хороший. Если он не очень, то я куплю подороже. В общем, будем ставить. Короче, разложил я тут инструмент свой. Вот провода все, которые подключения, да? Это, в общем, тут все, начиная от, сабвуфера, да, до, короче, видео эти, ну, усилитель, если подключать лево-право, там, входы-выходы, это полностью, да, тут. Вот, видно, сабвуфер. Это у нас... Так, это у нас для камеры. Вот это сам видеосигнал, да. Тут, короче, как я так коротко глянул, короче, всякие примочки, да. То есть, когда ты заднюю будешь включать, чтобы у тебя сам уворачивался магнитофон, тише становился, там туда-сюда, короче, всякие прибамбасы. Тут, короче, в принципе, можно это половина не использовать, если кому-то не надо. Это у нас GPS-антенна. Вчера как-то сказали по-русски. GPS. У нас мягко говорят немцы. В общем, вот это такая антенна, GPS-антенна. Нам надо будет ее провести, вон туда вывести. То есть через бардачок, я думаю, я вытащу вот это вот все, проведу и там его выведу. Так. Это тоже надо будет вывести, это USB-кабель. Чтобы можно подключать, я не знаю, что там, что угодно. И это микрофон. Микрофон я хочу вот сюда вот вывести. Сюда поставить, чтобы, то есть, телефон соединялся, когда разговаривать без... Ну, чтобы к уху не прикладывать телефон. Так, чтобы снять нам это радио, нам надо снять вот эту панельку. Я уже заранее приготовил, потому что, чтобы, ну, чтобы время зря не занимать, у меня проблемы с резанием видео. В общем, это снимается очень просто. Снизу подковыриваешь отверточкой. Желательно подложить что-нибудь, я тряпочку беру, чтобы не поцарапать нигде ничего. И она на клипсах, не знаю, клипсы по-русски или нет, ну, короче, вот на таких штучках, да? Она вот сюда втыкается и все. И потом надо шестигранник, 4 болта, и он вылазит. Это вам нужна будет, вы ее потом обратно вставите. Я уже приготовил вот шестигранник. Откручиваем эту байду.
Так. Болтики. Болтики сразу в одно место ложить, чтобы не это, не потерять их потом. Будем пепельницу ложить. Магнитофон такой я глянул, он 100 евро стоит в eBay. Бэушный такой, я его, наверное, выставлю, продам тоже. То есть, если я его за сотку даже сдам, да, мне получается мой навигацион, телевизор, все это фигня, все примочки, да, в этом, кроме MP3, ничего больше нет. Все примочки обойдутся 80 евро. За 80 евро вы нифига нигде не купите. Поэтому я считаю глупо ездить, у кого есть такая машина с таким радио, и не пользоваться, скажем так, люксусом, который вы можете туда поставить, да, за маленькие деньги. Так, естественно, зажигание выключаем. Многие отключают аккумулятор, я считаю, это гон, потому что тут замкнуть, в принципе, нечему. И этот, ударить током тоже вас не ударит. Так, сейчас я приготовлю себе инструмент. О, Panasonic. Фига себе, не знал я. Короче, фишки у нас снимаются очень просто. Я только что глянул, первый раз вижу, да, это. Нажимается вот сюда. Блин, на голове камера, не знаю, видно вам, мне должно быть. Сжимаете двумя пальцами. Только что сжимал, вот. Она открывается и сразу выезжает. То есть, это так сделано уже специально, чтобы не болталось при, ну, старых радио, да, когда вытаскиваешь, вот так шевелишь, и вот эти разъемы, они разбиваются, и потом могут быть проблемы. Тут у нас тоже нажимается вот в это место. И все. То есть у нас получается вот такое вот маленькое радио, да, и вот эта вот шахта, как, ну, сделана как бардачок типа такого. И вот такое вот у нас маленькое радио Panasonic. Так, убираем его назад. Берем наши. Ну, хоть бы все подошло. Так, и пытаемся воткнуть. Так, одно воткнулось. Теперь антенна. Так, с антенной что-то тут. Или это не туда? Наверное, не туда. Надо посмотреть в этом. Тут разъемов одинаковых много. Нет, вот это она должна. Значит, она вот, антенна, короче, не подходит. Да, антенна не подходит. Это плохо. Первый косяк есть. Хотя они утверждают, что подходит все. Значит, на... Тут чуть-чуть другой разъем. В принципе, можно ее разобрать, этот штекер, вот этот вот, и сюда просто воткнуть, он будет держаться. Сейчас я посмотрю, если переходников никаких нет, то я, наверное, разберу, так и сделаю. Так, ладно, сейчас я приготовлю. А, хотя мы можем проверить, горит он уже, нет. А потом я уже буду проводить все и покажу вам, как я все провел. Так, смотрим, подходит ли он вообще. Так, ну вот он сел. В принципе, отлично сел. Первый тест запускаем. Ага, горит. Так, в колонках есть контакт. Сейчас мы воткнем ЦДшку туда. Проверим какую-нибудь. Что-то не глотнул, как-то ее странно. Что, она так и есть, что ли? Что за прикол? Не понял.
Вот это будет ништяк, если он тут сломан. Не заглатывает ее туда. Но в что-то упирается там. Так, короче, отключусь, надо паспорт читать, может, что-то разберусь.